Всем привет! Вы на канале Сурнов Никита. Мы продолжаем играть в Fallout 4. Пока все good, все кайф, все chill, все найс. Когда-нибудь даже до Скайрима тогда дойдем вообще. Вообще, по сути, надо было сначала, наверное, Скайрим, а потом Fallout 4, но не суть. Так, что у нас там ждут чуваки? Надо подхилиться. Жареный рот-таракан. Сгодится. Есть. Есть. Оули-моули-моули. Вау. Так, шоковый пруд. Кстати, шоковый пруд в какой-то теории норм тема. Так, где еще один труп? А вот он. Батарею хочу. Так, запись запустил, да, точно. Кто здесь? Внимание. Так, патрон, чудо-клей. Блин, опять перегруз. Так, Z. По весу давайте чем-нибудь выкинем. Хеллок, а вот и мой старый друг из морозильной камеры. Давненько мы с тобой не виделись. Да ну нафиг. F5. Че это такое? Это током бьет? Похоже было. Поджабушка. Вачатина. Нифига, как он узнал, что это мы? Прям так узнал. Ого, вот мой старый друг из морозильной камеры. Да ё-моё. Да чё-то ни хрена не лёгкий! Ура. Заряд плазмы, патрон калибра. Кто там? Оу. Троновая электросхема, катушка силовой религии. Так, и чё? Жалко, конечно, что твой дом уже лет 200 как развалился, но мне сосед не нужен. Убирайся. Вау. Он управляет синтами этими? Да. Давай поговорим. Военная электросхема. Вот уж не ожидал, что вижу тебя у своих дверей. Я думал, что ты до Diamond City не доберешься, а даже если доберешься, содружество тебя прожует и выплюнет. Давай поговорим. Зря обнаружили врага. Рыли? Это изи. Вот батареи мне надо, да. Крышка, патрон, ядерная батарея. Чё-то так мало. Послушай, ты в бешенстве, я это понимаю. Чего ты пытаешься добиться? Все равно по твоему ничего не выйдет. Че, я правильно иду?
Туда не путят. Туда не путят. Мягкая подушка. Топливо для огнемета. Серебряный нож. Патрон дробовика. Нахрена мне патрон для дробовика? О, ядерный блок пойдет. Патроны для дробовика мне максимально не нужны. Fuck you. Камера мне не нужна. Рейдерская броня. Прочная рейдерская броня. Ну, все говно, что могу сказать. Это мне не надо. Пачка сигарет, чистящее средство. О, блядь, турель! О, красиво. Так, ядерная батарея, патроны. Ядерная батарея. Ядерная батарея. Don't move. А, what the fuck? Может, ты будешь их ломать? А, нашел. Похоже, мы тут не одни. Вот, ты взял большой ящик с инструментами. Блин, ну у меня сейчас уже места не очень много. Че, он может ее завалить? Вот в теории. Пусто. Так, тут можно что-нибудь найти. О! Nice. Критический урон при использовании энергетического оружия повышен. О, май гад, был. Какой кайф. Что здесь? Это холодильник? Ну ладно, я понимаю, самое ценное мы нашли. Эдеркола. Квантовая ядеркола. Пароль арсенала базы Фортхаген. Золотые. Кто здесь? Серьезно, чел? Так, я нашел какой-то пароль. Там сказали пароль. Пароль. Так. Картофельные чипсы. Запеченный дутень. Годится. Так, что, возвращаемся тогда? Как-то можем пройти? Так, а как мне открыть? Тут можно к какому-то компу подключиться? Чё-то как будто нет. Так, нам очевидно, вон туда надо. Так, тут не было прохода. Настольная игра радиовзрыва, спасибо.
О, пильки забираю. Насколько хлама. Мне кажется, в реале все пустое будет. Вот если сейчас на заброшке походить. Хотя там все-таки заброшки есть время. Чтобы что сделать? На заброшках есть время потом их залутать. Так, тут ничего. Так, что я нашел? Веселье. Король Асинар Фортхаген. А Фортхаген, я же в Фортехагене. Золотые часы, молоток с шаровым бойком. Ну и чё, и куда? Карта есть? Спасибо. Чё, реально уходить отсюда? Ой, блядь, ну где коробка? Которые нас пропустят дальше. Это чеку, он может задать нас расплох. Так что сделать-то надо? Будто надо вон туда пройти. Тут мы никак не можем. Ну-го, попробуем обратно. Я не знаю. Есть затупище! Как я об этом мечтал. Жми что, обратно? О, это сад... Подожди, это выход на улицу? Чтобы избавиться от зависимости, посетите врача в любом крупном поселении. Не, подожди. Фортхаген. У меня есть пароль от Фортхаген. Что это значит? Как будто вот я должен был дальше туда пройти, но почему-то меня не пустили. Я могу вот тут подняться. И узнуть могу вот здесь. Ну, как будто просто вот этот чел включится и все. Протектроном. Данный интервью назначен только для специалистов, обладающих лицензией Робкоп. Сброс параметра характера. Да, мне это понравилось. Если вы получите драйв, сохраните спокойствие. You must be terminated. Whoa! А чё вас так много тут? Так, батарейку я заберу. Ну и чё, он меня похилит? Где он? Вон он. Защищать и служить. Защищать и служить. Он меня не хилит.
Рад депозита можно не рассчитывать. Так, вот он идет. И уходит. Спасибо, робот. Реально незаменимый. Бинго, бинго, банго, бинго, банго. А, кстати, тут же выше можно подняться. Вот что я слышал все это время. Тут меня не было. А где этот чел, который мне нужен? Бинго, банго, банго, бинго, банго, банго. О. Первая помощь. It sounds like, the Brotherhood of Steel is, they're, still around. In the Commonwealth, I mean. Да бля! I guess there was, some sort of fight. Like, ой, шпилька-хуилька. Окей, ладно, мне хотя бы этот уровень качает. Содружество. Это крыша. Бля, чё так сложно? Бинго-банго-банго. 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 Бин. Бинго, банго, банго, бинго, банго, банго, бин. Hello. Тра-та-та. Давай, музон. Давай, музон, давай, музон. Так, вот, нам показывают сюда. О. Улетел. А, все нормально. Улетел проводок. Сейчас надо просто сесть удобно. О, кайф. Не знаю, вам видно? Не, наверное, не видно. Ну и славно. Так, надо спуститься ниже. Ищем, как спуститься ниже. Ищем все, что можно тыкнуть. Кому-то просто нравится жизнь в подвале. Не понял. Так, тут никаких проходов нет. А. Ну ладно, не сильно страшно. Так, тут никаких проходов вниз нет. Так, вот сюда можно ниже пройти. Так, вот тут мы не были, окей. Что-то новое, патрон дробовика, который надо все продать. Так, ну разрушим... Про разрушимость я тут ни разу не слышал. О, what? Милости настойчивости у тебя не отнять, но ты взрываешься и лезешь в дела, которые лежат за гранью твоего понимания. Чуть не умер. Перезаряжаюсь. Да бля, дай перезарядиться-то. Ой,
А, что я взял? Не то. Ладно, продам. Ты не поздно, остановись, развернись и уходи. Еще очень повезло, что у тебя есть такая возможность. А, да? Ты думаешь, я развернусь? Так, требуется пароль, пароль, пароль. Так, это у нас что? Коробка со шпильками есть, Rad X есть, симуляторы есть. Эти шпильки, они явно переделали не так, как с Кариме. What? Ого. Сейчас. Ого. Ну что это такое? Так, у меня есть сыр толстяк. Ебать, его копать. Ядерный мини-заряд. Нормально. Так, 10-миллиметровый. Выкидываем. 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 В принципе, а, не, нельзя ходить все равно еще. Все еще нельзя ходить. Не Сан-Франциско. Не, подожди, хлам. Шкуру оставим. Молотки, ладно, выкинем. Лучше быть. Эх. Не хотелось с этим расставаться. Ну ладно. Придется чем. Че он тут? Ааа, где ты? Я Тирион Ланнистер. Ебал. Где я? Ладно, я нашел пароль. Бам, 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 открой дверь, бам, 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 бам. Это, конечно, да. Толстяк на базу. Так, патрончики, да. Толстяк, да. Да, да. Нет. Да, да, да. Да, да. Забираю. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам. Так, предметы. Так, все у нас так идет, да? Пистолет-пулемет. 45-й. Блин, на 45-й ничего больше не используется, да? Охотничий карабин. Во! Это нафиг надо тоже. R. Это R. Принять. Наверное, да. Более у меня есть еще, используя 38-й. Так,
Дом. F5. Помощь. Арбузики. Арбузики. Так, вот этот был какой-то меткий. Этот был духой меткий. Ну, let's go. Коробка с боеприпасами. Ну хорошо, тебе удалось до меня добраться. Мои синты тебя не тронут. Давай поговорим. Let's talk. Так, F5. Так это его синты были. А вот и он. Самый настырный человек во всем содружестве. Он превзошел даже меня. Где мой сын? Где Шон? Видишь ли, чувак? Я такой же марионетка, как и ты. Только у меня сцена побольше. Шон славный парень. Дела у него неплохо. Разве что он немного старше, чем ты думаешь. Только вот его здесь нет. Он у тех, кто дергает за ниточки. Где он? Говори. Хорошо. Думаю, с меня не... Он в хорошем месте. Там ему удобно, комфортно и безопасно. Это место он зовет своим домом. Это институт. Где это? Где этот чертов институт? Как туда попасть? Ох, ну сколько можно объяснять? Это не ты найдешь институт, он сам тебя найдет. Когда потребуется. Ты открываешь шкаф, но это всего лишь шкаф. Ты не найдешь в нем буку, пока он сам не выйдет и не задушит тебя. Но кажется, мы с тобой заболтались. Мы же оба понимаем, что это должно закончиться. Перейдем к делу. You know I am, Kellogg. Бля, я-то не думал, что так будет. Вон твоя ядер-кола. Ладно. О, чашка с лапшой, кайф. Вау, откуда ты взялся, бля? Сука, я мать. Я его мать. Я его родил. Я его убью. Ой, бля, ну ты что это? God damn it, you mercenary. What's the clue? But don't... So where is... You open the closet. But I think we've been... Uh-huh. Oh, I'm ready. Question is... Are you? Нихуя он! Так, антир один надо. Долби его. Келлок. Нахер. Fight when he went happening on the pole.
А, где он? Пароль к терминала. Пистолет. Так, подожди, надо поподробнее посмотреть. Кибернетический ингибитор боли. Кибернетический привод конечности. Кибернетический симулятор мозга. Костюм Келлога, забираем. Пистолет Келлога. О, критические попадания восстановят ваш ОД. Забираем. Хеллбой. Симулятор. Так, мне, короче, надо это убрать, знаете, что? Труны дробовика, вот. А, подожди, у этого нет веса? Бля. Бурбон. Идет нахер. Вот так технологии. Так, и чё, как это юзнуть? Так, во-первых, костюм Келлога. Вот это как? Кибернетический ингибитор боли. Кибернетический стимулятор мозга. Вы не можете выбрать этот предмет. Ну ладно, чё, как я выгляжу? О, ну, получше, да. Добро пожаловать в сеть Тропка Индастрии. Вход администратора требует пароль. Раздобыть больше сведений. Локальное имя Келлог. Примечание. Мальчишка Шон успешно доставлен в институт. Оплата получена. Новый приказ. Выследить ренегатов, собрать подкрепление, зачистить и захватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Так, ладно, это интересно. Значит, Келлог нам не наврал. Твой сын действительно там, но даже я не знаю, где находится институт. А ведь меня там сделали. Но ведь должно быть какое-то решение. Похоже, мы зашли в тупик. Надо сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Я знаю человека, который очень хочет узнать, чем институт занимается в самом деле. Это Пайпер, журналистка из Diamond City. Давай поговорим с ней. Пойдем. Хорошо, значит, Diamond City. Эй, взбодрись. Я понимаю, что все выглядит не очень радужно. Но так будет не всегда. Ну, найс. Окей, неплохой шмот. What? Почему там закрыто? Да, вот выход. Тут ничего нет. Ура! Подъем. Ой, нога затекла. Блин, ну шмот. Вот это что такое, кибернетический ингибитор? Это просто продать? А знаете, что я сейчас сделаю? Загуглю. Кибернетический имплант боли. Fallout 4. Ингибитор. Короче, надо сделать эту.
Надо сделать операцию. Так, ура! Мы на улице. А я уже все отключил. Так, и чё, где он? What the fuck? Oh, what the fuck? Это что? Братья... Это братья стали? Братство стали, точнее. Ого. Ого. Опять новый сигнал, военная частота. Говорит с Паладином Дансом. Когда в полный час соберем и полный тягости думы над старинным. Ого, блин, красиво. Так, вы соединение, поговорить с Пайпер. Что она забрала институт? Ну, давайте поговорим. Я надеюсь, просто дадут опыт, но... Потом мы пойдем что-то другое выполнять. Diamond City. В данный момент быстрое перемещение из этой точки невозможно. Оу. Что происходит? Почему нету субтитров на этом самом? Так, игра. Хранение. Бам-бам-бам. Вибрация. Субтитры диалога вкл. Субтитры вкл. Вкл. Все вкл. Вау. А, все, можно. Emergence Perpetual, чтобы избавиться от зависимости. Так, ну, короче, Пайпер нам даст, надеюсь, опыт. Значит, вдали... Послушай сообщение детективного агентства Валентайн. Короче, это что-то там. We've got a new case and it sounds urgent. Stop by the office. I'll be waiting. Setting this to repeat. Так, это мы прослушали, выполнили. Говорит цель. Ага, она нам... Короче, она нам даст этот. This is an emergency broadcast. За аварийная частота каравана. Так-то так, в какие-то веки Ник Валентайн пожаловал ко мне. Я могу сказать, Пайпер, похоже, ты и я тотальная невезуха, просто идеальное сочетание. Невезуха — это ты про своего клиента? То есть вы все-таки решили рассказать мне, чем вы занимаетесь? Ну давайте. Так, окей. Галлок похитил моего сына и отвел его в институт. Я найду этих мерзавцев, и они очень пожалеют о том, что сделали. Институт? Ого. Я на этих сукиных детей уже больше года досье собираю. Все содружество их ненавидит и боится. Это точно. Иногда они похищают людей под покровом ночи. Иногда выбрасывают старого синта, видимо, чтобы мы о них не забывали. До сих пор ни у кого нет ни малейшей идеи. Где находится этот институт и как туда попасть? Именно. Но кто-то ведь должен это знать, верно? Например, тот, кто отдал им Шона. Келлог. Он наверняка знал, как попасть в институт. Но мы оба знаем, что это тоже тупик. Да, он мертв.
Так, разгневанный родитель вышибает мозги убийце и похитителю. Отличный бы вышел финал, если бы еще раз раскрыть самый большой секрет во всем содружестве. Он ничего бы нам не сказал, даже если бы мне удалось привести его сюда живым. Значит, ему вышибли мозги. Мозги, знаешь, может, и не придется говорить с ним самим. Ты несешь чушь, Ник. У тебя какой-то сбой в программе? Добросовесть есть одно место, называется «Дом воспоминаний». Там можно пережить свои старые воспоминания, как будто это все происходит. Если из мертвого мозга реально извлечь хоть что-то, это сможет сделать только доктор Амари, специалист по воспоминаниям. Надеюсь, что ты прав, Ник. Так, значит, нам будет нужен кусок мозга Келлога. Только серого вещества, сколько Амари потребуется для работы. Господи, Ник, ты серьезно? Фу. Я понимаю, что это звучит странно, но это еще не нам остается. Их зацепок нет, а в мозгах этого Вообще говоря, у меня уже есть одна штука. У Келлога в голове была присобачена вот эта хрень. Киберимплант? Возможно, это наш счастливый билетик. Неважно, ввязываемся ли мы в эту авантюру с мозгами или нет. Всем вместе надо идти. В любом случае, пойду в дом воспоминаний и поговорю о Самаре. Если хочешь со мной, пожалуйста. Я пойду с тобой, Ник. Ну, пошли. Не волнуйся, мы найдем твоего сына. Осталось совсем немного. Пока вы на задании, я проверю еще кое-что. Если понадоблюсь, буду тут. Окей, найс. Ну, хватит нагнетать жутем. Так, новый уровень. Персонаж получает еще меньше рец при употреблении зараженной пищи и воды. Призма определяет вашу... Так... Восприятие — это ваша способность замечать, что происходит вокруг. Она влияет на точность оружия, на восприятие. Круг животных. Вы понимаете язык диких зверей? Наставьте оружие на животное, которое меньше вас по уровню, чтобы получить шанс усмирить его. К чему найдется применение? Разбирая оружие и доспехи, вы можете добыть необычные компоненты. Винты, алюминий и медь. Физическая и стрелковая подготовка приносит, тяжелое оружие наносит на 20% больше урона. Третья точная цель. Повышение точности стрельбы от бедра из всех видов оружия. З. Кому нужны друзья? Путешествуя без спутника, вы получаете на 15% меньше урона, а максимальный вес приносимого вами груз увеличивается на 50%. Кому нужны друзья? Карманный краш становится на 70% меньше. Можно украсть оружие из рук. А. Да. Вспомни традицию Дикого Запада. Неавтоматические пистолеты наносят на 20% больше урона. Ну, можно попробовать. Ту-ру-ту-ру-ту, та-да-та. Везло. Так, я отсюда могу? Как найти караван? А как же колыван? Так, отсюда нельзя переместиться. Даже хорошие люди могут потерять рассудок от страха, подходящий девиз для Diamond City. Видишь этот дирижабль? Это же братцы Стали, что они здесь делают? Тут тоже видно. Где вы тут увидели-то? О, воу. Эй, ты! Тебе не активен настоящий мухобой. Ручная работа из Игори. Подожди, кому-то отдать?
Шеффилд, Теодора Кола. Подержи. Обычная вежливость. Большая редкость в наши дни. О, спасибо, спасибо. О, клёво. Так, ну, рукопашка мне не нужна. Хватит говорить. Меня Артура залагал. Для Артура залагал. Такахаши. Такахаши. Нани Самасека. О! Фу. 800 крышек! Ноп. Мне не хочу у тебя ничего покупать. Тебе нужна защита. Она всем нужна. Не стесняйся, можешь их брать. Так, ну погнали. Так, мой это... Боеприпасы. Хоть что-то. Патрон 45-го калибра. У меня вообще пушек пока таких нет. Ядерный мини-заряд. 45! Да, рассказывай. Так. О, ядерная батарея. А, подожди, так дешево? Ядерный блок, чё такой дорогой? И мои деньги! Ну что, всё по хуйне стоит, да? Но того не стоит. Где мои деньги? На 49 крышечки. Нахуя я ее купил? Нахуя я ее купил, бля? Минус бабки. Ну ладно. Боевая броня, так боевая броня. Будем в ней теперь ходить. Надеюсь, это будет для нас мега вэлью. А, ну, кстати, вэлью точно больше. Надо сейчас пользоваться будет, значит, своими чуваками. Ну, вот этим ником. В плане... Я не понимаю. Карла. Обмен. Да, только и штанов. Так, погнали. Чё мне можно продать? Толстяк оставим. Обычный 10-миллиметровый? Зачем он мне? У меня есть зажигательный. Гранаты, ну типа можно оставить. 26. Миниган все-таки оставим. Это хорошая штука. Пистолет Келлога. Вообще имба какая-то выглядит. Но 45-й вот сюда можно использовать. Ракетница. Тесок. Типа все. Так, ну бойцовскую броню можно продать. Теперь она не нужна. Так, тут что-то можно продать. Ща по цене надо это. Телсбой. Что это такое? Мясо Яугая. Радиация минус 40. Точнее, минус 400 тысяч.
Жетон на метро ничего не дает. Ну, вот и все, ребята. Есть, 160 копеек накопил. Биометрический сканер, оптическое волокно, абсент, ядерные материалы. Ладно. Так, тут у меня все здорово, да? Чики-пуки. Ну, let's go. Блин, зачем я купил? 400 рублей проебал. Тупо 400 рублей просрал. Мог не брать, у меня и так было 12. 12! Зачем-то взял 13-й. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите на Boosty. Увидимся в следующей серии, которая будет завтра. На Boosty уже прилично серии навыходило, так что можете зайти, подписаться, поддержать и посмотреть побольше. Да, кому нужно. Да. Знаем. Все, ББМ.